Так, ну что, друзья, видите, как все дружненько сопровождают малышей. Всем же интересно, интересно, да? Ну а почему же им еще интересно? Малыши перешли сюда. Ох, ветерочек. Гуляем совсем немножко, да, вот подышим воздушком. И будем заходить. Гляньте, гляньте, какой ветер у нас. Ну, 24 градуса, но ветерочек не очень. Солнышко все-таки есть, да, вот какие-то хмурые тучки уже расходятся. Ну, в Крыму говорили, что сегодня будет дождь, но, наверное, не будет. Ну, возможно, на ночь, да. Ну, вот, вот так, смотрите, как нам тут хорошо. Почему все вокруг меня? Ой, как же, что не все знают, и вот те тоже там вот. Ну, потому что, как я обещала, давайте будем заходить, как я обещала, я несу им новые вкусняшки, да, это вот жилку новую, свежую. То, что у них осталось в комнатке, я уже... Есть у нас тут собачки гуляют за двором, я их угощу. Или муж заберет на работу, у него там тоже есть подопечные собачки. Так, что? Что я им еще тут принесла? Сейчас, так, давайте я жилку положу на пол. И взяла вот парочку ушей, да, вот ушей, взяла парочку. А остальное, посмотрите, это тот обещанный колтык, который я обещала и посушила для моих малышей. Он вкусный. Если вот ухо высушено вот на нет, да, совсем прям сухое-сухое, это хорошо, это нам тоже такое нужно. Жилка тоже высушена почти вот так вот прям. А колтык, он высушен, но он с элементами запаха мяса, скажем так, да? Ну что, что, ребят, я не буду вас томить. Вот, еще даже две вот этих вот новеньких трахейки принесла. Все, раздаю. Я думаю, что это какая штучка вкуснятина. Посмотрите, побежала Изабелька, схватила и машет, машет хвостиком. Ну, Изабель, по одной, солнышко. Эту, скажи, я возьму себе. Это уже и так моя. А тут можно взять еще. Да, можно взять еще. Естественно, вот я сделала, чтобы хватило всем. Без драк, без там, это моя. Вот, поэтому вот так, посмотрите на Генри, тут немножко скользкий пол, надо им подпривыкнуть, и эти колтыки немножко скользят, да, ну ничего, привыкнут. Ну вот вам радость, что сказать, погрызушки радость, я считаю, что это радость, ну потому что это реально вкусно. Это новое для них, это всегда что-то вот еще неизведанное. Ну, я прям сразу, как только колтык этот увидела, думаю, так, наверное, я подготовлюсь, когда мои малыши переедут сюда, чтобы им было чем заняться. Ну, дело в том, что сейчас уже, видите, такая погодка. Вчера планировала переехать, ну, есть дела, свои дела у нас. Выходные дни мы ездим к родителям, это выходные дни, которые нужно посвятить семье и своим родным, близким, поэтому вчера у меня не получилось, вот, а вот сегодня, видите, я все, ну, почти все сделала, вот это вот меня мулит, конечно, красота, не красота, ну, ничего, они не достанут, рвать не будут, вот эти лежачки я им сюда... На ножках не ставлю, потому что если я поставлю, то могут что-то тоже побаловаться. Только вот лежаночки. Такая лежаночка, вот такая вот. Потом в эту кину стиральную машинку. У меня стоит специально здесь стиральная машинка для пеленочек и распашоночек и чепчиков, да? Для пеленок и вот этих всяких причиндал для собачек. Поэтому... Ну вот, смотрите, все, вот там пеленочка, кстати, я не знаю, посмотрим, еще никто туда не сходил, вот, ну, ха, никто не сходил, ты моя умница, мама рассказывает, никто не сходил, пожалуйста, Изабелька, молодец, я горжусь вообще своими щенками, скажу вам, вот мы впервые здесь, они здесь впервые, вот буквально...
я принесла их, и вот я начала вам снимать, да? И вот, пожалуйста, Изабелька сразу же поняла, что это пеленочка для туалета. Моя ты зайка. Ты умняшечка, ты умничка, Изабелечка, красотулечка. Так, что скажу, все наши детки, которые здесь находятся, Йорки и Шпицульки, все, кроме Генри, Генри это вот этот прекрасный мальчишечка, очень интересно, грызет, да, вот так вот, готовы к переезду в новую семью. Почему? Потому что детки привиты, ну и карантинчик уже как таковой заканчивается, но мы можем уже планировать поездку. Вот, поэтому, кто мечтал, кто хотел, кто смотрел, кто думал, пожалуйста, думайте, решайте. В четверг у нас будет отправление. Поэтому, кто надумал, кто решил, обдумал все-все вопросики в своей семье, пожалуйста, обращайтесь. Вайбер, WhatsApp, Telegram, телефончик под видео, доставочка у нас есть по всему миру, вот, так что обращайтесь, так, смотрим, что, нет, я думала, он пошел в туалет, что, зайчик, хочешь что-то другое или водички попить? Угу. Водичка там, корм тоже там, все, я приготовила, все перемыла, побежала, а, это Гучик побежал, так, Малефисента на улице грызет. Ну, немножко еще дам им погулять, потому что прям видите, какой ветер. Ветер такой. Ух, прям он ее развивает. Такой сильный ветер. Поэтому я лучше прикрою вот эту дверьку нашу, да, с решеточкой. Воздух будет проходить. Ну, в принципе, у нас тут достаточно окон, чтобы был свежий воздух. Ну, еще немножко пусть погуляют. Вот так, весело и дружно. Коротаем время, наслаждаемся, да? Наполеончик, красавчик ты мой, заюшка. Так, мама пакетик оставляет. Полный пакетик был у мамы. Всяких вкусняшек. Так, Малефисента, что ты там ругаешься? Угу. Вот же, тут же есть вот эти вкусняшечки. Генри, смотри, сынок, смотри, мой маленький. Вот, Генри. Нет, не хочешь? Ну вот, держите. Вот так, девочки. Ой, как вкусненько-то. Что? Хотела показать. Да, я думала, он пошел в туалет. Ага, да тут вот еще уже втроем кто-то сходил. Я и не заметила. Молодцы, ребятки. Спасибо, мои хорошие. Молодцы. Горжусь вами. Молодцы, все чистенько, посмотрим, конечно же, это не значит, что они прям все будут ходить именно прям вот на эту пеленку, и промахов у нас не будет. Мы еще маленькие, мы даем им еще немножко времени, да, для того, чтобы они поняли, что тут вот пеленочка, ну это вообще они впервые вообще здесь, вот вообще, если там они, допустим, знают полянку, да, у себя в комнате. Так, ну что, оставляю моих малышей. По-моему, им хорошо. Плюшенька, а как же ты тут будешь без своей ванны? Я не знаю, тут вот на подставочке такая вот миска большая. Может, она, конечно, и туда залезет, не знаю. Водоплавающий мой, моя красоточка. Девочка Плюша в поиске мамочек-папочек. Так, малышка Пандора забежала с кусочком. Видите, я угадала. Ну, я знаю же вкус моих ребяток. Смотрите, Малефисента там вообще и так, и сяк, и лежа, и лапой держит. Моя ты крошечка. Мои замечательные, да. Ну вот, вкусненько. Так, Наполеончик побежал. Наполеончик, он такой любознательный мальчишечка, добрый, нежный, ласковый. Но он вот, ему нужно знать все проверить, посмотреть, все ли в порядке. Не ругается ни с кем, не дерется, нет. Ну, такой любопытный мальчишечка, очень интересный такой человечек маленький, да. Красивый. Одна лапка потемнее, другая посветлее. Ага. Там стоят взрослые собачки, конечно, там что-то им говорят, что вы тут на нашем месте, да, и грызете что-то вкусненькое. Но я поставила вторую партию колтыка, он разморозился и сушится. Я всех угощу, не переживайте.
и среднюю группу, и взрослых у нас едят все, все. У нас нет исключений, этим даю, потому что они маленькие, потому что они продаются, а этим не даю, потому что, нет. Даю всем, но они же все мои любимые, замечательные детки. Так, Малефисента наш... Ты что, потеряла свое? Потеряла свое, да, солнышко? Ну, беги, посмотри, где твоя? Угу. Вот, жилку взяла, молодец, котик. Ну, вот, правильно, коммуникабельный ребенок, что? Ну, же скажи, я же буду тут жить, поэтому мне надо быстренько адаптироваться. То забрали, взяла другое и так далее. Так, ну, кто-то на пеленочке, да, там немножко... грызет. Ну, лучше бы, конечно, сюда. Аврорушка и Венера там. Аврора и Венера. Венера что? Что? Ага, забирай этот кусочек. Не, солнышко? Ну, ладно. Ладно. Так, ну вот. Вот и хорошо. Мама счастлива. Очень люблю, когда то, что я задумала, у меня получается. Очень люблю. Мне приносит это большое удовольствие. А самое главное, что очень удобно моим малышам. Ну, потому что там, где они жили, это было не то. Это не порядок, не то, что мне нужно было. Вот здесь теперь это именно то. Тут все сделано для моих щенков. Здесь теплые полы, здесь плитка, здесь пространство, которое ничего не загорождено. Даже элементарный вот шкаф, это обычный шкаф. Мы покупали, я его шкурила, и идея была такова, что поднять его на ножки вот такие, дабы, чтобы не занимать место, пространство, во-первых. Во-вторых, нет желания у них погрызть, да, ну, потому что что, вот, для того, чтобы они не грызли, вот, я всегда что-то приобретаю и покупаю для них, и делаю, сушу, либо просто уже готовое покупаю, естественно, вот, поэтому здесь вот именно пространство, все для них. Раз, постирал, что нужно, помыл, что нужно, поменял, что нужно. В общем, тут мой проект был, ну, специально, да, мы так все специально делали. Что, думала, Малефисента пойдет в туалетик? Нет, не пошла. Ну, осматриваемся, обнюхиваемся, все, в принципе, все отличненько. Пол тепленький, вот я хожу, такой, не горячий, нет, ни в коем случае, потому что, ну, тут у меня стоит таймер, вот, доходит, отключается, вот, ну, потому что все-таки плитка, она холодная, если тут не будет... теплого пола, вот, так что, и мои золотые, и мои зайки, ну, у каждого во рту по... Попросила разрешения у девчонок взять, а то вот девчонки под себя подгребли колтыки тут, а Генри бегал, искал, все, побежал туда, я ему дала маленький, он побежал туда, ну, вот так, дружненько, весело, вкусненько мы грызем колтык, все, дорогие друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения, всего самого-самого доброго. И помните, что время для счастья сейчас, место для счастья – наш дом. Будьте счастливы, желаем вам всего самого-самого доброго. А если у вас еще нет вот такого счастья, мы можем вам помочь. Доставочка есть по всему миру. Вайбер, WhatsApp, Telegram, телефончик под видео. Всегда рада общению. Да, вот так.